грибочек. Офигеть! Как встреча с Богом. Так, очередное блюдо, которое нам понравилось. Это картошка, запеченная в фольге. Картофан, лучок, сальца немного и грибы-шампиньоны. Давайте по порядку. Подготовлю пока сальца. Разными дольками нарежу, чтобы по-разному. Разрезаю картошку пополам. Кладу туда кусочек сала. Беру дольку шампиньона и сюда его прокладываю. В принципе, это одна из модификаций, которые я буду готовить. Закатываем такой шарик. Следующую картошку я еще немножко доработаю. То есть, кроме сала, кусочка шампиньона, я положу сюда еще только лука. Можно даже посолить немножко, но как по мне, то лучше посолить потом уже по вкусу, потому что неизвестно сало что даст, какой соленость. Также заворачиваем. Вторая получилась кубышка, которую мы потом проложим в уголь. Я показывать не буду все, как я каждую закручиваю. То есть модифицируйте по-разному. Можете немножко зелени. Кто-то с луком любит, кто-то без лука. То есть по-разному модифицируем, потому что на пикнике у всех вкусы разные. Если никто не против, там, чтобы был лук и сало, там, то без проблем. Угли для картофана почти готовы. Что-то чересчур они жаркие. Ну ладно, они быстро прогорают, поэтому я закидываю картошку нашу потолще, слой фольги на эту сторону, перевернем картофан без лука, но грибочек. Офигеть! Как встреча с Богом. У меня тут уже камера заляпана. Как это обалденно. А главное, из огромного куска сала получился вот такой вот кусочек шкварки. Сейчас видел. Картошка вся пропиталась салом, жиром. Я ее не солил, на камеру не буду тут, но обязательно попробуйте такую. Блин, грибы пропитались с мальцем и реально прям вот вкусняшка получилась. Пойду я питаться дальше. Спасибо за просмотр. Попробуйте данное блюдо, ходите в походы, ходите в пикники, подписывайтесь, кто не подписан, и делитесь своими рецептами. Всем удачи, пока!